Но еще нас взволновала ситуация на ЕГЭ. Я в четверг буду наблюдателем ЕГЭ по истории в 9:30, по-моему, начало экзамена в 10. А вот по русскому языку в мае в Перми рамка не сработала, и выпускник вспомнил, что у него мобильник есть. И он, кстати, отключен. И он его сдает. Так его выгоняют с экзамена. То есть парень честный, за это его выгоняют и принимают решение не допускать. Ну, там через суд, возможно, подправят их. Вот позиция управления образования Пермского края. Вот у них задача что? Издеваться над выпускниками. Но чиновник должен помогать выпускникам. Помогать. Мы потребуем убрать ее с работы. Там фамилия какая-то Киклина, Миклина, что-то такое. Нужно помочь надо. Честный парень. Вот поломать ему жизнь. Вместо того, он хотел поступать в Тверское училище военное, а ему хотят все остановить. Вот зуд чиновников. Чиновник – организатор процесса, а не наоборот, дезорганизатор. Есть вопросы? Вот главные события мы вам... Ну вот еще это бойня в Орландо. Конечно, здесь свободная продажа оружия, она не приводит к положительным результатам. Потому что в основном этим пользуются не те, кто хотят себя защитить, а те, кто готовы совершить агрессивное нападение. Вот. И здесь этот экстремист был в списках. Его можно было заранее уже как-то мешать ему приобретать оружие, как-то следить за ним. Но вот слабость правоохранительных органов США, вот расплата. Поэтому Трамп правильно потребовал, чтобы Барак Обама добровольно ушел в отставку. Ну и хороший закон у нас здесь есть. Это декриминализация некоторых экономических статей. Мы об этом говорим много лет. Чтобы было больше штрафы, домашний арест, потому что это давление на мелких бизнесменов. Не так заполнил декларацию, там где-то какие-то налоги не так заплатил, где-то какие-то еще расчеты, подсчеты. Из-за этого уголовная статья не годится. Это мы поддержим. Все, до свидания.